Всем привет! Добро пожаловать на канал Мыло Опт. И сегодня я хочу сделать обзор соли Мертвого моря с медом и прополисом. Свойства соли Мертвого моря очень большие. Она и омолаживает, и заживляет трещинки, и действует на кожу положительно. Сейчас я расскажу более детально. Соль Мертвого моря можно добавлять в ванну. Тогда ваша кожа будет более тонизированная, мягкая, нежная. Эта соль ароматно пахнет медом, прополисом, поэтому она еще будет действовать как ароматерапия. Если у вас на пяточках трещинки и кожа очень пересушенная, то добавьте в ванночку для ног немного соли. Трещинки быстро заживут, а кожа не будет такой же грубой, ее будет легко отшелушить пилочкой. Также соль прекрасно действует и на руки, она укрепляет ногти, поэтому если у вас слоятся ногти или быстро ломаются, тогда соль Мертвого моря как раз для таких случаев, ваши ногти будут крепкими. Также можно соль использовать в качестве скраба для тела, можно добавить немного глины, немного любого базового масла и просто нанести на проблемные участки кожи массажными движениями. И ваша кожа снова станет нежной, бархатистой. А также можно сделать еще небольшие масочки для волос. Она отшелушит омертвевшие клетки. У вас пройдет перхоть, кожа головы будет здоровой, потому что она еще убирает различную инфекцию, различные кожные заболевания. Поэтому морская соль еще и помогает при различных заболеваниях кожи головы. Также ее прекрасно можно добавлять в масочки для лица. Не бойтесь, что это соль. Ничего страшного в этом нет. Она на кожу хорошо влияет, не раздражает ее. Она не поцарапает верхний слой кожи. Не вызывает ни раздражения, ни воспаления. Я хочу показать ее более детально. Вот такая у нас идет упаковочка 50 грамм. Ее производство Израиль. Я ее открою. Вот такая вот соль, очень ароматно пахнет, приятный запах. Спасибо, что посетили мой канал. В прошлый раз я делала обзор золотого глиттера. Вы сможете увидеть ссылочку на этот обзор под этим видео. Не забывайте ставить пальчики вверх, подписываться. До новых встреч!